Всем привет! Приветствую на своем канале. Сейчас я отсканирую DVB T2 каналы и посмотрим, какие у нас в регионе работают каналы. Я нахожусь в Днепропетровской области, Украина. Сейчас отсканируем и посмотрим, какие каналы принимает данный тюнер. Буду сканировать тюнером Satcom T505. Ну и посмотрим, какие каналы. Смотрите это видео до конца. В конце посмотрим на картинку, на качество каналов и какое количество, какие каналы можно смотреть по эфирному телевидению в Украине. Так что поехали сканировать. Сканирую я автопоиском. Питание антенны. У меня антенна наружная, поэтому питание я включаю. Ну и вот пошло сканирование. Сейчас мы посмотрим, какие каналы отсканируются. Ну а вы по возможности подпишитесь на канал, потому что много смотрят, а много не подписанных, поэтому поставьте обязательно колокольчик. Ну и если есть возможность, включите спонсорство, там за небольшую сумму вы получите немножко плюшек, получите ранний доступ к видео, много будет эксклюзивного видео, которое доступно только спонсорам, там видео о создании, ну, как я создаю видео, мое там рабочее место, ну и много-много всего интересного. Поэтому посетите раздел спонсорства, и вас ждет немного интересной информации. Ну а сейчас мы пока сканируем, посмотрим, какие каналы у нас отсканируются. И в конце немножко поклацаем, посмотрим, как показывает контент, какая картинка, ну и так далее. Так что поехали сканировать. Ну вот, сканирование завершено, нашло 49 каналов, сейчас мы их сохраним и посмотрим, какие каналы. Вот первый канал, это перший национальный, суспільне перше, вот видите, какая картинка, показывает неплохо. И посмотрим сейчас, какие еще каналы есть. Есть канал Рада на второй кнопке, третий у нас канал 1+1. Рада идет в формате HD, 1+1 идет в формате SD. Канал Украина вообще ушел с эфира, поэтому здесь черный квадрат. Следующий канал ICTV, тоже здесь марафон новостной. Канал СТБ, здесь идут в основном фильмы. Канал Интер, тоже идет марафон. Канал Унион,
новости, новый канал. На данный момент здесь идет много фильмов, мультфильмы, поэтому неплохой каналчик. Канал TED, тоже канал с мультиками, с фильмами. Канал 2 плюс 2. На этом канале тоже идет сейчас на данный момент много фильмов. Иногда идет футбол. НЛО ТВ, он ушел с эфира, как и вся медиагруппа Украина. Канал НТН, канал Мега. Здесь идет много познавательных фильмов документальных, ну и так далее. Канал Плюс-Плюс, здесь идут детский канал мультики. Украина 24 ушел с эфира. Канал М1, музыкальный канал, много хорошей музыки. Канал К1, канал К2, канал Zoom, канал Прямой, новостной канал. Дальше у нас идет канал Espresso TV, тоже новостной канал, прямой, идет в формате HD 720p, канал X-Sport, спортивный канал, Enterfilm, фильмовый, Суспільне культура. Так, дальше у нас Суспільне культура, видим, канал в формате HD идет, пятый канал, четвертый канал, канал Indigo. Indigo канал ушел, как вся медиагруппа Украина. Канал Пиксель, Суспільне Дніпро, это уже областной канал из Днепропетровской области. Каждой области там свой, там Суспільне какой области, такой и канал. 34 канал тоже областной, Суспільне Дніпро в формате HD, 112 UI закрытый. Канал Тест, в некоторых областях на этом канале тоже идет областной канал. Ну и начали повторяться каналы с другой вышки. Вот такие каналы на данный момент доступны в цифровом Т2 канале. Обещают, что еще пустят несколько частот, будет немножко больше каналов, так что будем ждать, сканировать и посмотрим.